октября, друзья. Сегодня у нас будет небольшой обзор, значит, флешки. SanDisk Ultra Fit USB 3.1 Flash Drive, соответственно, 32 гигабайта. Значит, сюда я постараюсь поставить Windows, не просто, значит, загрузочную сделать флешку, а чтобы с этой флешки загружался Windows. Смотрите, здесь скорость заявлена up to 130 мегабайт в секунду, но SanDisk также говорил про microSD, там было up to 80 мегабайт в секунду, но на деле там было 80, а в реальности было 20. Посмотрим, как здесь, протестируем и посмотрим. Соответственно, ничего тут, никакой информации дополнительной нет. Сама флешка вот такая вот маленькая, сейчас мы ее разрежем. Точнее, упаковку разрежем и посмотрим, как выглядит сама флешка. Так, не успел просто зафотографировать для превью. Пришлось прямо сейчас фотографировать. Достаем флешку. Так, тут ничего нету. Так, здесь есть, значит, ключ для приложения HSQ Pro. Free download, ну и вот тут вот я закрываю пальцем ключ, чтобы вот так вот. Здесь у нас, смотрите, она герметичная, то есть здесь еще упаковка, здесь еще полиэтилен, вот, то есть видите, который надо скрывать, вот так, сама упаковка герметичная. Теперь давайте посмотрим на саму флешку. Опа, она просто... Смотрите, пол флешки — это, значит, крепление для шнурка, чтобы можно было повесить на брелок. Вот так вот выглядит флешка. Здесь вот синие, знаете, для как USB 3.0. И сразу же виден минус, смотрите, вот это пластик, смотрите, сверху. То есть, если это поломается, а это 100% поломается, вот эта вот часть, видите, вот я прогинаю. Made in China, друзья. Печально, SanDisk. Потому что вот этот 100%, триллиард процентов вот это вот поломается. Ох, какая же печаль. Котейк, что ты думаешь по этому поводу? Что ты думаешь? Вот что ты думаешь про вот эту флешку? Да, понюхай, пожалуйста, и сделай свой вывод, свое резюме. Видите, она просто хочет ее съесть. Вот, собственно, что можно сказать про эту флешку. Итак, друзья, после работы USB 3.1 флешечка значительно прогрелась, она горячая. Теперь давайте проверим скорость ее в USB 2.0. Поехали. Итак, друзья, вот результаты старые. Напоминаю, это USB 3.1. Теперь же USB у нас 2.0. И давайте еще раз проверим. Вот такие вот результаты скорости. Вспоминаем, что было 130 с лишним, 135 мегабит, и теперь 39, и было в районе там 40, или я точно не помню, 50. Сейчас, кстати, время проверить скорость, сравнить, и видим, да, что было 135, а стало 39, было 44, стало 17. Ну и вот такие вот результаты. Так что USB 3.1 спасет этот мир.